пишут. Все о нем говорят. Все его читают. Все ищут с ним встреч. Но никто его не видит. Виктор Олегович Пелевин. Миф, фантом, отчасти шут. Каким-то своим животным нюхом чувствовал, что грядет. За одну статью человек зарабатывал месячную зарплату. Самый популярный русский писатель. Пропал. У него только черная одежда. Ушанка, черные очки. Запрещал себя фотографировать и снимать на видео. Не давал даже шанс. Людей, которые его видят, живого, уже мало осталось. С начала нулевых мы его уже не видим, не слышим и не можем до него добраться. Почему он исчез? Да кто он вообще такой, этот самый известный, но самый загадочный русский писатель? Я нашел снимки, которых еще никто не видел. Они были сделаны прямо перед его исчезновением в Китае. Без его одобрения, шпионским способом. Это модель Бога.